Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. У этой девушки редкое заболевание, которое называется колобома. При этом оно не вызывает каких-то особых проблем со зрением, кроме сложностей с ночным вождением. Этот посетитель решил нагрубить кассиру, но кассир не стал этого терпеть. $5.67. Эти ребята снимали рекламу машин, но засняли аварию. Так, что думаете, о чем говорят эти индюшки? То, что вы сейчас видите, это вода, которая замерзает, тает и закипает одновременно. Это называется тройная точка. И практически все жидкие элементы можно провести через этот процесс. Вот как выглядит полет на параплане у берегов Марокко. Спасибо большое за просмотр и за лайк под этим видео, а перевел и озвучил виски. Ага.